Привет. Итак, как же сделать такую плавность в After Effects? В After Effects нажимаем New Composition, создаем композицию и перекидываем сюда картинку. Вот я скинул картинку. Далее ты нажимаешь вот на эту галочку Transform и выбираешь те настройки, которые тебе нужны. Лично мне для твоего примера нужно нажать Position и Scale. Отступай на таймлайне. Меняю строчку Position. И опять отступаю немного на таймлайне. И опять меняю Position. И так далее. Итак, я сделал. Просматриваем, что у нас получилось. Как-то слишком резко. Выделяем вот эти точки. Заходим в Graphics. Выделяем Graphics. И нажимаем F9. Далее. Нажимаем на эти три кругляшка. И строчки нашей картинки. Нажимаем на самое первое. И просматриваем. Вот. Как видите, стало все плавно.